Простите уж меня, еще раз вам напомню об этом дне, но он очень дорог для меня. Это скорее самое яркое событие этого года уходящего, это Евровидение. Конечно, да, эти эмоции нельзя сравнить ни с чем. Эти переживания, этот стресс и это счастье. Вот тут вот целую гамму этих чувств, которые на самом деле очень крутые. И мне бы хотелось перенести их в 2017 год. Мне бы хотелось, чтобы мы также переживали, радовались, плакали, смеялись, когда Евровидение будет у нас. Плакали от счастья, конечно. Потому что хочется, чтобы мы встретили очень достойно гостей. Конечно, очень сложно соперничать со Стокгольмом, потому что они невероятно крутые, у них крутецкий зал, Глоб-арена, все так обустроено, они созданы для Евровидения, для проведения конкурса. Но мне бы очень хотелось, чтобы мы были на высоте. В этом году скорее буду с мамой. Да, она приедет, я с ней не виделась очень долго, даже, можно сказать, почти год. Я очень верю в Бога, и поэтому для меня сейчас, вот, скорее, это просьба ему, да, чтобы у нас, я знаю, все об этом говорят, но очень хочется, чтобы Украина снова стала такой цельной, единой, чтобы мы не плакали, теряя своих солдат на Востоке, чтобы я не получала совершенно чудовищных вестей из Крыма. Очень хочется мира, вот хочется мира, как никогда. Да, 3 года назад загадала у себя на странице в Facebook: Дедушка Мороз, я очень хочу новое правительство и хочу собачку померанский шпиц. Все сбылось. Мне очень хотелось квартиру. Я так устала снимать свою квартиру, которая уже просто разваливается на глазах. И я очень хотела квартиру. Я ее себе нарисовала. И она мне появилась в новом году. Это когда твои близкие, ну пусть не рядом, но ты точно знаешь, что с ними все хорошо. Я артист, я музыкант, я часто на Новый год гастролирую, выступаю. И я привыкла к тому, что Новый год для меня это не обязательно за столом все мои близкие, родные, и мы едим оливье. Нет, само ощущение, что первый звонок я делаю маме, я поздравляю с Новым годом. Да, это, наверное, такая вот традиция. Этот Новый год еще и будет с моим женихом, моим любимым. Это вот, да, Новый год – это счастье, что твои близкие живы и здоровы. Скоро Новый Рик. Рик новых бажаний. Поспешай и ты. Загадай свое бажание, и оно обовязково здійсниться. Ваша Джа.